Россия не присутствовала на Евровидении 2022 года. Самого якобы непредвзятого, якобы не пропагандирует там ЛГБТ, якобы там все такие честные и правильные люди. Но и России на этом конкурсе не было в этом году. Это позор. И позор, что победила Украина. И позор тебе, Степан, потому что ты сидишь дома и не воюешь. А ребята умирают за тебя. Знаете что, этот Степан мне напоминает того украинца, который написал песню и выступил на Евровидении, который кричит о всем: «Слава Украине! Героям слава!» Но если ты действительно желаешь своей стране счастья, бери в руки автомат и защищай свою страну. И доказывай всем, что твоя страна — это не пустое место. Докажи, пожалуйста. Вперед на фронт! По поводу протестов и по поводу Алексея Навального. Мне этот человек не интересен. То, что он занимается, его деятельность, он как гражданин Российской Федерации имеет право высказывать свои мысли, свои идеи, но и мне он не интересует. И в любом случае наша власть разберется, кто такой Алексей Навальный, кто такие подобные Навальному. Кто с буквой Z сейчас воюет на фронтах России, кто сражается за родину, кто в армии и кто такой Алексей Навальный. Мой хороший знакомый, которого зовут Степан, он арендовал в Москве студию, написал какую-то песню, но я бы ему хотел сказать: нет, извини тебя, я тебя не уважаю, если ты мужик, иди служи в армию, залезь на танк, нарисуй на нем букву Z, иди ебачить нацистов. И не надо понтоваться, что ты какой-то там, теперь, не знаю, особенный человек. Если ты особенный человек, если ты совершил подвиг, то тебя в цинковом гробу привозят, как героя России. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами.
пишет вечная память между нами. Станет герои России, останутся в наших сердцах до конца. В это непростое для нашей страны время, век информации, когда вы можете получить любую интересующую вас информацию за секунду с помощью интернета, я прошу вас об одном. Прошу вас почтить память минутой молчания павших героев России. Дал жизнь ради безопасности России. Нурмагомед Гаджи Магомедов удостоен звания Героя России посмертно. Указ об этом накануне подписал Владимир Путин. В составе штурмовой десантной бригады старший лейтенант Гаджи Магомедов еще в первые дни спецоперации на Украине был заброшен в тыл для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, решил принять огонь на себя. Получив тяжелое ранение, отстреливался до последнего боеприпаса, а оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов.